Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Привет, народ! Или по-мужски здорово, поставь лайк и подпишись. И сегодня я вам покажу, сколько можно заработать в GTA Online за 3 часа. И если ты хочешь больше подобных видео, то поставь лайк, подпишись и напиши коммент, ведь наша цель 1000 подписчиков, думаю, это нам посильно. Погнали! Итак, скорее всего, все сейчас играют через Epic Games, поэтому покупаем бесплатный офис, он нам очень сильно пригодится. Но перед тем, как идти в офис, нам нужно выполнить квест от мод, чтобы были деньги на склад, и он гораздо легче, чем с револьвером. Нам приходит смс и нас просят подождать дальнейших указаний. Пока мы ждем, можно сходить в казино и покрутить колесо. Кстати, нам как раз выпало 30 тысяч долларов, они нам точно не помешают. Итак, пришло сообщение с первой целью. Отмечаем на карте и едем. После того, как мы отвезли преступника к мод, нам дают 10 тысяч долларов. И так будет за каждую цель. Поэтому приводим всех пятерых, и у нас 50 тысяч. Также нам дают координаты томагавка. Находим его и убиваем с него 25 человек. Теперь у нас 350 тысяч долларов. Так как мы получили с колеса 30 тысяч плюс 50 тысяч с целей, также начальный баланс и 250 тысяч долларов с томагавка. А теперь мы едем в офис, заходим в него и садимся за компьютер. Далее покупаем склад и 3 ящика. После едем перевозить их. Итак, мы перевезли ящики. Также я за кадром перевез 2 раза по 2 ящика. И в итоге у нас груза на 94 тысячи 500 долларов. Едем продавать его. Как только мы продали его, мы получаем 102 тысячи долларов из-за бонуса. И мы заработали 452 тысячи долларов за 3 часа. Да, это мало, но учитывайте, что эти способы для новичков, которые только создали аккаунт. Хотя на самом деле времени было чуть побольше. Сейчас я покажу, сколько я провел времени в GTA через Epic Games. В игре я провел 3 часа и 5 минут. Но что, если бы вы провели в игре больше времени? Я думаю, логично, что и заработали бы больше. Поэтому я советую вам копить на касатку, так как с помощью нее вы сможете попасть на ограбление Кая Перика, а там вы еще легче сможете нафармить денег, чтобы стать миллионером, может даже миллиардером. Ну а на этом все, если вам действительно понравилось это видео, то не забудьте поделиться им с друзьями, а также поставить лайк и подписаться. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.